Я сразу сегодня смотрю на облогу. По ходу дела эту облогу мы не переплюнем. Мы даже не сможем объяснить вот этой вот истории, да. Те, кто на стриме, себя это понимают. Те, кто будет смотреть это в записи, те ссылочку тыкнут в описании, да, и пройдут. Да, интересно, интересно, интересно. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем для начала послушать и понять, что это такое. Марина Абойкина. Вы говорите, он переименовал трек, пишет. Нет, он, в принципе, Яндекс.Музыке так и называется. Марина Абойкина, он так и называется здесь. Поэтому непонятно, что. Те, кто на стриме, прекрасно знают, что происходит. Те, кто смотрят видео, объясню вам, что происходит. Мы сегодня проводим мини-баттл обложек. Берем авторскую обложку и сравниваем ее с той обложкой, которая у нас получается вот здесь. В возможностях, да, так сказать, в онлайн-сервисе генерация обложек для музыкальных релизов от Punch. По ссылочке можете пройти, даже если вы не пользователь приложения Punch, вы можете пройти по ссылочке, поиграться, поскачивать бесплатно абсолютно это все. Вот так вот. А мы вам покажем, типа, как это работает, только в конце сначала прослушаем. Прослушаем и погрузимся, так сказать, в атмосферу, да, происходящего кайфа. Происходящего трека, а потом уже попытаемся это все скрестить и сделать. Но тут облога очень специфическая, поэтому посмотрим, получится ли у нас это сделать. Погнали, Марина Абойкина. В данном случае нас интересует трек. Так, стоп. Название трека изменили на Марину Абойкину перед самым релизом. А, все понятно, его изменили, оно было другое, а не сейчас стало другое. Само название — отсылка на мем с сетью магазинов Абойкин, который появился в телеграм-канале Кишлака, где позже всем предложили ставить фамилию Абойкин в соцсетях. Предлагаю всем сменить фамилию на Абойкин, Абойкина, семья Абойкиных. Судя по всему, это же участие настигло и название этого трека. Все понятно. Да, изначально трек назывался «Новогодняя Марина». «Новогодняя Марина». Ну погнали, новогоднюю Марину послушаем, которая Абойкиной стала. Ну это локальный мем, видимо, да, внутренний. Чуваки угорают, но чё бы нет. Не смотри на меня так, Марина, я пробил за свою зарплату. И что, что голодные дети, прости, но я так заебался. Вполне шикарно. Я такая Марина, я два года как безработный. И мертвых детей вытираю бумагой, ведь я индивид, потому и бесплодный. Ты меня моя Марина, я выдумал тебя от скуки. Новогодние корпоративы, от холода замерзли руки. Не помню, когда улыбался, испортились мои продукты. Все люди гуляют, и я их сравнил бы с помадой на грязной посуде. Не смотри на меня так, Марина, я приду домой пьяный под утро. Со мной еще будет кто-то, да не сы, это просто подруга. По колено повсюду сугробы, я бы так не хотел задохнуться. Одеяло из корочки льда упою около всех, кто остался без дома на улице. Смотри на меня так, Марина, не дробно, конечно, да? Прости, но я так заебался. Блядь, я такая Марина, я два года как безработный. И мертвых детей вытираю бумагой, ведь я индивид, потому и бесплодный. Иди на меня так, Марина, я продал за свою зарплату. Вот эта песня, по-моему, кайф. Прости, но я так заебался. Вот эта песня кайф. Но он душнит. Душнит, мне кажется, припев он немного, типа, ну а так... Так норм, но мне кажется, задушным припевом. Но исполнил он в сравнении со всем, что мы слышали до этого, наконец-то очень круто. Я могу понять, почему. Почему вы радуетесь, когда мы этого артиста смотрим? Теперь я точно могу понять, почему. Наконец-то. Вот мы, помните, говорили о том, что будем давать шанс Кишлаку в том плане, шанс, понятно, это уже реализовавшийся артист, ему на шанс, может, и нахер не нужен. Тем не менее, будем давать шанс для прослушивания. Не знаю, есть ли он у нас в карточках артиста. Вот тут у нас есть Мукка. Предыдущий разбор. Есть у нас Кишлак. Есть у нас Кишлак, отлично. У нас есть песни, только синглы. 61,5 баллов из 90. Ну, не такая уж и слабенькая оценка. Два сингла мы всего лишь смотрели, да, 76 и 47. Совсем разная, да, история. Двинулся на тебе. Да, Грильяш, тоже очень неплохая песня была. Поэтому да. В общем, вот. Как вам трючок? От 1 до 10.
можете написать, что вы думаете по поводу мема. Как вам история? От 1 до 10. 8, 8. Да, вполне себе, да? Вполне себе атмосфера. Мем ни о чем трек, да. До этого не слушал, да? Да, 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 да. Да. Значит, бы кто-то не сыпал, подруга, одеял, короче, да, убаюкала, все, кто остался бездомным. Очень неплохо. Давайте оценим. Это будет третья оцененная песня у нас от Кишлака. Очень неплохо. Респект. Вроде как скоро концерт, да, или прошел уже, не знаю, что-то попадался где-то. Концерт Кишлака вроде. Или сегодня это все происходит на фесте «Будущее». Или я что-то не то сказал. Сегодня, по-моему, да? А, он завтра, все понятно. Блин, завтра дикий лайнап, да? Завтра на фесте «Будущее». Блин, дикий лайнап завтра. Сегодня кто-то пишет. Ну, непонятно. На будущем в СПБ он сегодня, а в МСК завтра. Сольники у него были в конце декабря. Вот, самая базированная информация. Респект, бро. Шарит за Кишлака конкретно. 5 баллов атмосфера. Индивидуальность и харизма. Ну такой прям крепыш, да? А еще будет кто-то, да не сей, это просто подруга. У колена повсюду сугробы, я бы так не хотел задохнуться. И дропчик, да, у нас потом идет. Ну, за структуру я бы 8 поставил. За реализацию стиля 9, за индивидуальность как будто бы 10 даже. Рифму и образы по повествованию вполне себе четенько прошел. 9, 8, 9. Блин, крутая работа. Даже 9, я думаю. Трендовый все актуальный жанр. Четверочку можно поставить. А забрать ли этот трек куда-нибудь, интересно? Обложка, альтернатива. Кишла хорошо знаваем. Да, да, да. Я думаю, в альтернативу по-любому надо забрать, да? И даже хит альтернативу, я думаю, мы сделаем. Да. Надо по-любому забрать это. РЗТ альтернатива 23. Плейлисты здесь. Завтра Слава КПСС, Лида, ДК, Кишлак, 707, Щенки, Айко, Катанакс и Инспейс. Молодость внутри, без бейс, Саня Болт. Дэм. Вот такая, в общем, история, да, завтра. Вот мы рекламируем бесплатный концерт «Фест будущее», да. Мы такие, да, мы что-то крутое, мы можем рассказывать просто так. Катана CSS. CSS читается. Понятно, спасибо. Да. 707 в скваде, 11-11, близкий друг Кишлака. Понятно. Понятно. В смысле бесплатный? Ну, бесплатный для нас имеется в виду, что мы его типа рекламируем бесплатно. Но это была шутка, бро, на самом деле. Так-то я и вчера ходил. Там вчера руина, правда, была с точки зрения звука. Нереально громко звук настроили. Я, причем, это инфосотка, что его настроили громко. Не то, что это такое, бля, мне кажется, громко. Я постоял там, везде поставил, по второму этажу. Походил справа, слева, потом к охраннику подошел. Я говорю, скажите, вам как кажется, вы как ощущаете по поводу звука? Вот, говорю, вы тут постоянно работаете. Мне кажется, громковато. Он говорит, не громковато, а очень громко. Сегодня особенно. Я говорю, спасибо. Говорю, типа, теперь понятно, да, я говорю, согласен с этим. Потом еще одного спросил. Факт-чекинг, да, факт-чекинг произошел, и, в общем-то, получилось то, что это действительно так есть. Вот так. Да, шикарный трек, спасибо большое. Спасибо большое Кишлаку за замечательный трек. И я думаю, люди, которые топили за него постоянно, они такие, ну да, вот, наконец-то. Хотя предыдущий трек тоже был сильный. 76 баллов, трючок улетел. И средний балл у Кишлака поднимается довольно-таки неплохо. Было 61,5, а стало 66,3. Очень даже неплохо на сайте. История. А теперь самое интересное.
самое интересное и веселое, да, то есть мы погружаемся в песни, душнимся, но теперь мы попробуем замутить облогу для того, для этой песни. Давайте попробуем замутить облогу. Чё это такое получится у нас? Кишлак, конечно же, Марина Обойкина, конечно же, да. Чё это у нас? Кишлак в шапке, ушанке. Ну, Кишлак это на самом деле, типа, такая, да, типа, мини-населенный пункт. Кишлак это на самом деле населенный пункт, вообще-то, да. Но если мы сделаем кишлак в ушанке, это будет кринж вообще жесткий. Я думаю, что мужчина лучше. Потому что кишлак это будет, ну... Да, это поселение, типа такое, небольшое. Длинные волосы. Тату на лице. Че еще? Зима, да? Пусть будет зима. Черное. Норм. Черные глаза. Вспоминаю, умираю. Жанр музыки. Ну, эмо-поп, эмо-рок, да, такой чуть-чуть, как будто бы. Ну, как будто бы мы не угадаем, да. Блин. Что мы можем поставить, чтобы было более-менее нормально? Я думаю, как будто бы, вот для того, чтобы обложка поняла, как будто бы поп-рок и поп-рок. А поп-рока нет, да, есть поп-рэп. А, и вот есть поп-рок. Давайте вот так поставим. Давайте так поставим. Эмо-рэп нету, бро. Клауд. Ну, клауд, не знаю, блин. Все, нормально, короче. Настроение. Криповое, ёпта. Грустное. Спокойное, страшное, умиротворённое. Умиротворённое, но не особо. Криповое и грустное, я думаю, да. Мрачное. Да, мрачное, по любасу. Меланхолическое. Ну, вот такая вот история. Сможет ли он нарисовать эту историю? Фотография у нас, да, фотография. Let's go. Сложно. Прям какой-то чел, да, пол. Где шапка-ушанка? Ну, чё-то, конечно. Это прям портрет, да? Мужчина, шапка-ушанка. 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 Длинные волосы, тату на лице, тату. Вот так, наверное. Ладно, давайте крипово уберем. А то он кринги-борги вообще жестко рисует. Одеяло из корочки для баунсы. Испортились мои продукты. Все люди гуляют, и я их сравнил бы с помадой на грязной посуде. Не смотри на меня так, Марина. Я приду домой пьяный под утро. Со мной еще будет Зойда. Нанеси это просто подруга. По колено повсюду сугробы. Где шапка-ушанка? Одеяло из корочки. Где шапка-ушанка? Где шапка-ушанка? Еще раз. Где она? Он не знает, что такое шапка-ушанка. Да, он вот таких кринжиков нам рисует. Так, длинные волосы. Зима, черная, черные глаза. Мужчина. С тату на лице. Ну нет, да, он не хочет тату, шапка-ушанка. Шапка, просто шапка. Ну... Так, а если мы рок уберем?
Ну давай. Мужчина. Тату, шапка, длинные волосы. Это что, шапка? Это же шляпу постоянно какую-то подсовывают. Ладно, зиму тоже уберем. Давай, бро. Нет, хорошо, эмо. Может, эмо действительно надо написать? Так, давайте поп уберем. Слишком веселую он историю нам пихает. Грустная, меланхоличная, мрачная. Ну, мрачная же. Ну, так, хорошо, фотореализм. Let's go. Какой-то унылый кринжик получился. Иллюстрация. Все, последняя попытка. Последняя попытка. И... Вот она у нас, дерзкая шапка получилась. Дерзкая шапка, да. Дерзейшая. Короче, вот так, друзья. Если вы хотите тоже подурачиться таким образом, да, если вы хотите подурачиться, я думаю, что мы эту для рофла скачаем облогу. Прям вот максимально эту точно. И если вы также хотите, либо вы хотите на полном серьезе создать для себя облогу для своего релиза, вы можете это сделать по ссылочке в описании. Вот такая у нас дерзкая интеграция, интересная, максимально полезная. Можете сделать для себя обложку. Можете сделать обложку для своих любимых каких-то тречков. Проверить, посмотреть, что из этого получается. И, конечно же, да, конечно же, вот тут отслеживать все, потому что здесь вы будете узнавать все в первую очередь, что происходит. Вот такая история. Ахишлаку, спасибо большое за тречок. Это прям было очень хорошо. Кстати, я же добавил продюсер месяца? Или нет? Этот трек «Продюсер месяца» я добавил? Если вдруг не добавил, надо добавить. Надо добавить. Очень хорошая музыка. «Продюсер месяца». Дим, посмотри, пожалуйста, если что, добавь. Потому что это типа 100% надо закинуть, пусть люди голосуют. Это очень крутая история. Кайф, спасибо большое.